Всем привет, с вами При. Сегодня поскрываем недельные сундуки, и я надеюсь то, что наконец-таки упадут идеальные просто аксессуары на не только моего варотанка, как с прошлой недели, но и на других. Ой, варом, конечно же, я хочу челюсти ледопасти. Ну что, ставим лут на танка, разумеется. Поехали. Понятно. Еще одна дополнительная вещь на продажу, плюс 58 золота в мою нескончаемую копилку. Идем дальше, заходим на паладина. Может быть, на него упадет что-то уже хорошенькое. Вероятность крайне мала, но все-таки я надеюсь. В этот раз, конечно же, прогрузилось быстрее. Я доволен. Итак. 3, 2, 1. Поехали. Еще одна кираса. Ну, что-то какой-то сегодня день нагрудников прям. Ну, он чуточку лучше. Я подумаю, на самом деле, стоит ли его одевать. Или не стоит. Ну, с наплечниками этот сет будет идеален, на самом деле. Хорошо. Идем дальше. Это суромарский сет с катакомб и с квартала звезд. С одного инста падает одна шмотка, с другого другая. Сейчас что-нибудь на друляк какие-нибудь легендарные сапоги упадут, вот весело будет сразу же. Поехали. Это реликвия с аметистовой крепости. Ну, что я могу сказать по текущей неделе? Плюс один кристалл, плюс 60 золота и небольшое улучшение. Огромное вам спасибо. Это самое, что хочу сказать. В верхнем левом, вот там в углу, висят подземелья, которые мы ходим. Эта вывеска, этот текст всегда висит на стриме. Так что, зайдя в любой момент на трансляцию, вы увидите, какие подземелья мы ходим. Сегодня поговорю со своими дамагерами, спрошу, какие им нужны подземелья и какие мы вообще подземелья сможем нормально фармить при текущих модификаторах. Текущие модификаторы — это усиливающий, то есть убив одного моба, все рядом вокруг усиливаются на 20% дамага и хп. Переполняющий — это работа на хила, скажем так, чтобы особо не перехиливать цель. И тиранический — это усиление боссов. Как-то так сейчас все это дело обстоит, и, ну, катакомбы вполне неплохо будет чистить, утробу, ну, типа как бы тоже квартал, ну пара моментов будет таких, так себе. Подумаем, какие инсты будем фармить и, разумеется, все это дело изменим. Возможно, даже будем качел фармить, но навряд ли на самом деле. Будет видно, как говорится. Другие видосики смотрите по 7.2, да куча всякого контента, если вам интересно, то обязательно посмотрите. Там лут-таблицу я составил примерную, по моим таким оценкам, то, что мы будем получать с десятых недельных сундуков, это будет максимал в обновлении 7.2. Ну и различные записи рейдов, стримов и прочие моменты можете пересматривать и наслаждаться, так сказать, подчеркивая какие-либо знания и умения. Всех вам благ, легендарок побольше, если вы еще не вскрывали недельные сундуки, то и лута побольше с них хорошего, что самое главное. До скорого!